Друзья, всем привет! С вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Ефремов. И сегодня у нас видео по монтажу кровли, по монтажу кровельного покрытия и вообще по поводу монтажа всей кровли. Мы сейчас находимся на нашей экспериментальной бане, которую мы сейчас будем показывать. Показывать различные испытания различных материалов здесь. И вот сейчас вот мы монтируем кровлю. Смотрите, кровля у нас здесь вообще холодная. Очень много споров вот по поводу этого, нужно ли в холодной кровле устанавливать гидроизоляционную пленку. Нужна она, не нужна, выброс это денег, или, либо не выброс. Я скажу свое мнение, свое мнение основываясь на СНИПе. Смотрите, если крыша холодная и хорошо проветриваемая, то в СНИПе указано, что гидроизоляция не обязательна. Там не написано, что она не нужна, написано, что она не обязательна. Ее можно ставить, можно не ставить. Вот на примере этой бани мы решили поставить гидроизоляцию, показать, как она монтируется, показать, как устанавливается контрбусок, какой он нужен, как мы будем здесь набивать обрешетку. И эта крыша у нас будет частично сделана из гибкой черепицы, частично будет сделана из профнастила и частично будет сделана из андулина. Она хоть и маленькая, но мы специально здесь покажем несколько видов покрытий и потом покажем, как эти различные покрытия противодействуют жару. Ну, у нас через кровлю еще будет выходить сэндвич-труба. Будем достаточно интересно показывать высокий нагрев кровельного покрытия. В общем, смотрите, мы изначально установили стропила. Если обратили внимание, у нас стропила стоят вот крайние, через достаточно такое широкое расстояние. У нас здесь от стропилы до стропилы 90 сантиметров получается. Здесь между стропилами меньшее расстояние, и там опять широкое. У нас вот в этой экспериментальной бане будет стоять две печки. И расстояние у нас от топочного окна до центра трубы получается 48 сантиметров. У нас вот эта вот стропилина стоит по краю стены, и топка у нас будет здесь со стороны улицы. Так вот, получается, от края стропилины до центра трубы у нас 48 сантиметров. Здесь мы знаем уже, какие у нас печи будут, поэтому мы можем сразу же поставить расстояние между стропилами. Но бывает так, что либо мы ставим баню под усадку, либо клиент просто еще не определился с печью, и мы не знаем, где она у нас будет, в какое место у нас будет труба попадать. Бывает, иногда приходится стропила или подрезать, или наращивать. Ну, разные случаи бывают. Вот здесь вот мы знаем, где, и у нас будет здесь труба проходить. Это я в дальнейшем покажу. В общем, сначала по гидроизоляции поехали. В общем, в мансардных кровлях и в мансардных кровлях обязательно нужна гидроизоляция. В холодных кровлях гидроизоляция, ну, рекомендуется, но она не обязательна, если у вас чердачное помещение хорошо проветривается. Гидроизоляция бывает разная. Она бывает паропроницаемая мембранная пленка, бывает не паропроницаемая. Вот на этом рулоне сразу же было написано, что она для холодных кровель. Она не паропроницаемая. Если гидроизоляция не паропроницаемая и ставится на мансардную кровлю, там нужно два вентзазора. Один вентзазор между утеплителем и пленкой, и второй зазор между пленкой и самой обрешеткой. Так как у нас здесь холодное чердачное помещение, мы, получается, на стропила сразу же делаем гидроизоляцию, на нее будем набивать контрбрусок. У нас здесь контрбрусок 20 на 40, и вот это вот расстояние, вентзазор, должен быть как минимум 3 сантиметра. Поэтому мы будем делать два контрбруска. У нас будет высота здесь 4 сантиметра вентилируемого пространства. И еще в комментариях был вопрос, как сделать гидроизоляцию вокруг трубы, чтобы конденсат не затекал в чердачное помещение, когда он там будет образовываться. Я это тоже покажу. Пример того, как мы будем обходить, взят из мансардных окон. Вот как делают обход у мансардных окон у гидроизоляции, вот здесь я покажу такой же обход у трубы, как мы будем трубу обходить таким же образом. В общем, погнали, сначала монтируем гидроизоляцию. Гидроизоляция, как правило, монтируется, вот как рулон разворачивается, вот вы как взяли рулон, как он разворачивается, вот эта вот сторона кверху идет. Бывает еще на пленках есть надпись. Допустим, если мы пленку бы взяли
компании «Металл Профиль», вот у нее вот с этой вот стороны надпись прям такая «Металл Профиль». Вот этой надписью кверху, чтобы с самолета было видно, они как бы рекламу себе сразу же делают. Потому что эта пленка, и на рулоне даже написано, она может являться временной кровлей. Вот мы сейчас поскорее хотим закрыть гидроизоляции, потому что тучи везде ходят, и на завтра дождь обещается. Вот мы сейчас гидроизоляции закроем, и у нас уже вода вовнутрь бани не попадет. Сейчас начинаем монтировать гидроизоляцию. Сначала мы, получается, ее делаем, просто на степлер прибиваем. На степлер для того, чтобы ее изначально зафиксировать. Дальше мы ее закрепим бруском, контрбруском, а сам брусок закрутим уже, соответственно, на саморезы. Ну и здесь вот с краю достаточно неудобно сейчас будет. Хорошо, что у нас кровля небольшая, и у нас, допустим, будет возможность с наружной стороны к ней подобраться. Но я пока вот так вот сделаю. Все, сейчас лишнее отрезаем и начинаем второй, еще раз также полностью раскатывать. Ну и сейчас еще брусками будем закреплять. Гидроизоляция делается небольшим провисом, ну буквально там от 5 миллиметров до сантиметра небольшой провис, чтобы если образуется конденсат, чтобы он стекал и уходил уже вниз, туда вот к карнизной планке, в сам слив, если будет стоять уже водосточная система. Сейчас начинаем монтировать контрбрус. Вот получается, я сейчас контрбрус положил. Если я раскручу второй рулон, мне вообще неудобно будет до туда долазить. Поэтому я контрбрус вот в этом вот месте пока закреплять не буду, чтобы нам под него завести гидроизоляцию. Закреплю его примерно вот с этого вот места. И для крепежа желтые универсальные саморезы. Черные саморезы достаточно часто бывают очень хрупкие. Не всегда, их тоже нужно смотреть, какие хрупкие, какие нет. Так вот, лучше, конечно, брать желтые универсальные саморезы. Один установил, потом, когда обрешетку будем набивать, я ниже спущусь, чтобы мне удобнее было. И ниже, получается, его закреплю. Ну вот, мы, получается, контрбрус прикрутили. Но так как я уже вам сказал, что зазор должен быть здесь как минимум 3 сантиметра, а он у нас здесь 2 сантиметра, мы сверху, после того, как полностью гидроизоляцию смонтируем, будем еще один ряд контрбруса прикручивать, чтобы вентзазор был больше, чтобы там больше поток воздуха мог проходить и снимать вот этот вот конденсат лишний. Погнали строить дальше. Вот мы
контрбрус прикрутили. Сейчас обрешетку поднимем наверх, положим еще один контрбрус и начнем уже монтировать саму обрешетку. Обрешетку мы будем монтировать, в принципе, так же, как она монтируется под обычную металлочерепицу, шагом от центра до центра следующей доски через 35 сантиметров. Хотя у нас здесь будет гибкая черепица, мы еще на обрешетку будем ложить ОСП, а здесь будет профнастил, но сделаем с шагом 35 сантиметров от центра доски до центра доски. Лишний контрбрус, который сейчас вот у меня не получилось ровно вымерить, один получается делал, не увидел, я его чуть позже срежу. Сейчас нам нужно будет вымерить ширину карниза, потому что вот эта вот обрешетка, она будет являться уже карнизом. Мы сделали, получается, отступ вот с этой вот стороны 50 сантиметров. Сейчас здесь мы также сделаем отступ 50 сантиметров. Вот я 50 отметил, выставлю обрешетку. Я специально делаю один, чтобы вам было понятно, что это одному сделать тоже достаточно просто. Последующие обрешетки мы сейчас также изначально отмеряем на карниз 50 сантиметров. Вообще, когда монтируем металлочерепицу, мы вторую обрешетку монтируем от края обрешетки до центра следующей 35. А здесь у нас будет не металлочерепица, мы просто от центра до центра сделаем 35. Вот у нас центр доски, она у нас 100 мм, соответственно, 50 мм отступили, центр доски. Соответственно, делаем здесь 35 сантиметров. Вот в этом месте у нас должна быть обрешетка. Вот получается центр доски один, центр доски второй. Взяли 35 сантиметров. Сейчас, чтобы нам не путаться, у нас вот это вот расстояние получается 25 сантиметров. Мы сделаем брусочки по 25 сантиметров и будем их подставлять с одной стороны и с другой стороны, как шаблоны. И подставляем их с одного края. И с другого края. Чтобы одному удобно было, получается, обрешетку к нему пододвинули, ничего уже отмерять не надо. Смотрим сейчас только край, вот этот вот выступ, 50 сантиметров, который у нас уходит на карниз. Все. Я сейчас быстро пройдусь, по одному саморезу наживлю, потом уже дальше прикручивать буду. В общем, вот таким вот образом смонтировали обрешетку. Сейчас здесь еще на выпуске, вот на этом, на карнизном, смонтируем маленькие кусочки контрбруса. Добавим сюда, здесь будет в конце еще две доски обрешетки. И все, в принципе, обрешетка у нас готова для того, чтобы мы частично застилали ее ОСП, на которую будет монтироваться гибкая черепица. Это мы тоже вам сейчас покажем. Будем монтировать профнастил и будем монтировать андулин. Погнали дальше работать. Светит прям по плоскости ската, очень сильно видно волны бывает. Так вот, давайте я вам сейчас покажу, из-за чего образуются эти волны. Спонсор
камерам, вот вообще вот этого вот всего видео и видео по строительству нашей экспериментальной бани, где мы вам будем показывать, как какая вагонка выходит. Компания «Евролес Челябинск». Вот они нам дали вагонку, дали шпунтовку, дали фальшбрус вот на изготовление нашей этой экспериментальной бани, где мы сэндвич-трубы прожигаем, печи различные используем. Если не видели этих видео, где мы это все экспериментируем, проходите на канал, там очень много различных видео. Ссылка на компанию «Евролес» есть внизу, там у них цены на различные виды вагонок, шпунтовок, всяких лавочек, обливных ведер, очень много всего. Еще одна компания, которая у нас здесь участвует в нашем проекте, это компания «Дёки», производитель кровельных и фасадных материалов. Вот мы здесь фасад еще из сайдинга не сделали, но обязательно сделаем фасад из сайдинга. И у людей я... Когда с людьми общался по поводу винилового сайдинга, у них есть такое опасение, что если в саду загорится трава, ну, вокруг дома сухая трава, загорится трава, то виниловый сайдинг может загореться. Так вот, в одной из серий мы вам обязательно покажем, сделаем вот этот вот фасад виниловым сайдингом, положим рядом с ним сухую траву, прям охапку такую сена наберем, положим и подожгем ее. И посмотрим, что у нас будет происходить с виниловым сайдингом. А на крыше на гибкой черепице тоже производство «Дёки». Мы костер разведем. На канале у нас будет это видео, так что не забывайте на канал подписываться. Также у нас здесь в этой экспериментальной бане есть печь «Гефест». Большая чугунная печка в каменной обкладке. Мы ее испытываем на различных режимах, сравниваем с металлической печкой. Чугунная печка «Гефест». Очень многие спрашивают, сколько она стоит. Так вот, внизу в описании тоже ссылка. И сравниваем мы ее с печкой «Горыныч 3». Вот у нас вот с этой вот стороны как раз стеклянный портал печки «Горыныч 3». Металлическая печка на 3 отделения, чтобы у бани протапливать все 3 отделения. Ссылка тоже на них есть внизу в описании. Смотрите наши испытания, как мы их испытываем. Еще одна компания, это компания «Дубров». Ребята занимаются строительством коммерческих бань, гостевых домов. То, на чем люди зарабатывают деньги. Вот хотите зарабатывать деньги на недвижимости, хотите зарабатывать деньги на сдаче коммерческих бань. Вообще, если планируете строить коммерческую баню, вот к ребятам зайдите, посмотрите, что они предлагают. Отличные вещи предлагают. У них, кстати, там тоже есть и ссылка на их YouTube-канал. Еще одна компания, которая у нас здесь одна из последних присоединилась, это компания «100 печей». И они же производят сэндвич-трубы производства УМК. Мы испытываем трубы УМК, испытываем трубы «Феррум», «Вермилоджик», «Лава». Ну все, ребят, было видео полезно, не забываем палец вверх поставить, подписаться на наш канал, поддержать всех наших партнеров внизу по ссылкам. Всем пока!